Писании сказано, что so you can translate for Chinese friends. Translate for Chinese friends. And translate for Chinese friends. Did you not say Okay, very good. В Писании сказано, что сознание Кришны начинается все самое благоприятное в жизни человека. Но что благоприятное, объясняется в различных священных писаниях и различными комментаторами. Например, у людей есть очень объективные цели. Они считают, что нужно там посадить дерево, построить дом, там свить гнездо. Там в этом гнезде, что были птенцы. С точки зрения человека, обыкновенно материальное счастье. И, естественно, для всего для этого нужны еще и деньги, без которых невозможно жить. Таким образом, сознание Кришны говорит, есть несколько более другие, более важные ценности для человека. И на самом деле человек, вступая в большой мир, он даже не представляет, насколько этот мир опасен. Мир описан как тот мир, в котором смерть развивает нас, ждет нас на каждом углу. Можно сказать, что материальный мир — это огромная бушующая пространство материального существования, где смерть, опасность, страдания. Но кто-то говорит, нет, меня это не касается, совершенно меня это не касается. У меня все нормально. Дом, работа, там, все хорошо. И вообще люди, они говорят себе часто, что у них все хорошо. Это даже такая обычная мантра, мотивационная мантра, которая человек должен говорить, у меня все хорошо. Но на самом деле любой нормальный человек скажет, ну несмотря на то, что у меня все хорошо, то я чувствую, что все равно можно было бы что-то лучшее. И вот Писание не объясняет, что же лучшее человеку, с человеком происходит, когда он соприкасается с сознанием Кришны. И в этой связи говорится, что есть различные обстоятельства, в которых человек вынужден находиться. Ну, как человек, который застрял в лифте, он, в принципе, всегда себя уговаривает, что у него все хорошо, на самом деле все нормально, что он в лифте, что не так уже плохо. Бывают еще и хуже обстоятельства. Но такие вещи, как страх смерти, это иллюзия, невежество, отсутствие цели жизни, отсутствие понимания, кто я, ради чего я живу, отсутствие представления подлинно о том, кто такой источник, на самом деле делают из человека достаточно несчастное живое существо. Таким образом, временное он принимает за вечное, поверхностное и второстепенное он принимает за важное. И в этой связи мы видим, что такие личности, как Христос и другие, они говорили, что птицы не сажают, не сеют. Тем не менее, Господь дает им возможность духовного развития. Людей очень трудно понять выражение Христа, потому что птицы не сажают, не сеют. Как же надо работать, надо трудиться, надо сажать, нужно сеять. Но в одной из своих книг Анная Татва Шилгурудев очень хорошо экранизирует, можно сказать, да, показывает этот принцип. Однажды величайший из Всевышний Господь Вишну принял форму старика. И он пришел не к людям, не к смертным, которые, ну, в своей смертной иллюзии, а к бессмертным богам, девам, которые управляют стихиями. И первым, с кем он встретился с Агнидевом. Он спросил Агнидева, кто ты такой? Ты что, дед, не знаешь? Здесь в высших мирах все меня знают. Я Агнидев, я повелитель стихии огня. А что ты можешь? Я? Ты что? Я Агнидев, я пребываю везде. Нет того места, где не было огня. Да? В организме человека, в солнечном свете. Без меня вообще мир не может существовать. Да. И что ты можешь делать? Я могу сжечь все, что угодно. А можешь жечь эту маленькую соломинку? Спросил хитрый дедушка. И Агнидев как бы не прыжился. Как он не дышал от него, соломинка не сгорела. Тогда Агнидев был в шоке.
И тогда старик отправился к вороне и спросил, а ты-то такой? Ворона сказал, я бог воды, без меня вообще ничего в этом мире не существует. Вода – это главный принцип жизни. А, ты самый главный принцип жизни – это ты? А что ты можешь сделать? Я могу затопить, моя сила такова, что я могу затопить весь мир. Во время Махапралая всю Вселенную затапливаю. А ты можешь смыть вот эту соломинку с моей ладони? И тогда ворона пытался смыть, но увидел, что все его потоки воды не причинили соломинке никакого вреда. Он был шокирован, что это за старик. Кто это такой? Вот. Старик пошел дальше и увидел другого бога, которого звали Вайя. Он спросил, а ты кто такой? Он я Вайя. Вайя значит ветер. Мною пронизана вся китайская медицина. И не только, кстати. Если у человека какие-то проблемы с ветром, значит, у него точно проблемы с головой, с пищеварением, с головой и со всеми остальными другими. Мало того, что я лично переношу душу после смерти в другое тело. Я тот самый тонкий принцип, благодаря которому дается жизнь и смерть. А что ты можешь делать? Какова твоя сила? Я могу сдуть все, что угодно. Когда я дую в конце мирового творения, я сдуваю с собой города, горы. О, тогда ты должен иметь возможность сдуть эту соломинку. Как надувал еще киваю, дед стоял и держал соломинку в руках. И соломинка не пошевелилась. Ты даже не можешь сдуть соломинку, бог ветра, повелитель стихии. Какой ты бог в конце концов? И старик исчез. Тогда повелители стихии встретились и долго обсуждали, кто такой этот старик, без которого ничто не может двинуться, ни один волосок не может шелохнуться без его высшей воли. Но с другой стороны, как понять, как его воля проявляется в этом мире? Как устроено так, что они рождаются, другие умирают, что люди ссорятся между собой, одни цари побеждают других, что атеисты нападают на духовных людей? Как это можно понять? В Писании говорят, что осознание его высшей воли, осознание божественного принципа это и есть отчасти сознание Кришны. Сознание Кришны еще более глубже, это осознание еще его и красоты к тому же. Но тем не менее, в сознании Кришны мы будем понимать принципы этого мира так, как этот мир устроен, каким образом этот мир движется. И веды и различные священные писания, они говорят нам о таких категориях, как нити, как вечное. Есть вечный процесс этого мира, и очень поверхностно представлять свою жизнь какой-то сегмент. Вот я вчера, вот такого-то июля или августа, такого-то года я родился, а вот такого-то июля, августа, такого-то года я умру. Веды говорят, что нет, тело рождается, тело умирает, но душа продолжает свой вечный путь. И этот вечный путь души называется эволюция. Теперь мы должны представить на этом пути эволюции, какое мы занимаем положение. Где мы находимся на пути эволюции? Что является нашими препятствиями? Что является тем, что помогает нам эволюционировать? Да? Мы можем сказать так, что на духовном пути у нас нет особых препятствий, кроме нас самих. Как правило, внешний мир абсолютно не мешает нам жить духовной жизнью, да, никто к нам не пришел, не запретил. Я запрещаю тебе жить духовной жизнью. Даже когда, казалось бы, в советские времена была запрещена религия, но духовной жизнью никто не мог запретить человека. Духовная жизнь – это внутренняя жизнь, да. Многие ушли в подполье, были там квартирные церкви, там святые Матроны. Ну, то есть, да, там какая-то была святая Матрона, которая там тусила по квартирам, там свечки ставила, крестилась, там как бы приходила, она уже ушла отсюда, как бы она приходила ее арестовать, она оттуда ушла, как колобок каталась. Ну вот, от бабушки ушла, от дедушки ушла. Но с другой стороны, все те страдания, все те тяжелые испытания, которые принимали духовные люди, наоборот, делали их сильнее, более духовным, более глубоким. Поэтому Ницше сказал прекрасно, все, что не убьет тебя, сделает тебя сильнее, не беспокойся. Вот. Поэтому в духовной жизни преданные, они должны быть готовы к тому, что у них в духовной жизни могут быть трудности.
Тем не менее, сознание Кришны говорит о том, что духовная жизнь – начало всего самого благоприятного. Что же является самым благоприятным? Что является самым благоприятным? Писание описывает различные качества того, что является самым благоприятным. И в первую очередь, человек лишается страха. Нужно понять, что, в принципе, в этом мире люди управляемы страхом. Страх, что завтра я там должен заплатить деньги, завтра я должен сдать эту работу. Страх, как же я в этих туфлях, как же на меня люди посмотрят. Кстати, да, люди даже таких страхов живут. Девушка думает, как же на меня все смотрят? А знаете, что оказывается, никто не смотрит на эту туфлю вообще. То есть, можно честно написать себе на руке табличку, на тебя никто не смотрит. Люди в целом безразличны, в каких ботинках ты идешь. Тебе кажется прямо, что ты идешь по Москве в старых ботинках, прямо все там, тьфу, ты в ботинке! Ты прячешь там ноги под, там, в метро, в руки, там, в карманы. Вот. На самом деле без разницы. А люди в целом запарены глубоко на себе. Очень, ну, как кришнаевская одежда. А в целом, ну, кришнаевская одежда просто ненормально, прикольно, ха-ха, хи-хи. Вот. Это максимум. Но в целом никакого, то есть это о чем говорит? Это говорит о том, что человек просто это совокупность различных комплексов неполноценности и комплексов полноценности. То есть комплексы неполноценности, они еще человека могут сделать скромным, но комплексы полноценности это вообще кошмар. Человек бесконечно мало, но так много сил отражает там. Меня знают все на эстраде. На какой эстраде? В каком парке вас знают все? Наш бренд самый известный. Я самый великий. Да, поэтому писали говорят, что первое, чей-то партнер маджан, когда человек начинает воспевать святое имя, его ум освобождается от иллюзий. Наши друзья пытаются, в основном китайские друзья, пытаются медитировать. Но ум – это достаточно сложная субстанция. Он связан с разумом, с чувствами. Да, не все так просто. Есть чувства, которые воспринимают объекты, чувствуют в мире. Они бросают картинку, захватывают эту картинку, как сканеры, как камеры. Посылают ее в ум. В уме есть интеллект, и сказал Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Ум там смотрит. А ум работает по принципу, типа, как вот, все находится, как, знаете, кошка, которая трогает лапы ежа. Ну, да? То есть ум построен так, что разум должен определить, сказал Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. То есть у каждого человека в силу его самскар, рождения, перевоплощения, социума есть представление о том, что хорошо, что плохо. Да? Кто-то говорит, вообще почти за счастье ездит на метро, а кто-то говорит, ты решил, что я на метро ехал. То есть в зависимости от его представлений, а его образование, его социальная среда, столько много лейеров мисконцепции, столько много слоев мисконцепции окутывают чистую душу, ум, разум, чувства, что душа фактически как куколка. Помните, куколка, какая-то бабочка, личинка. То есть душа, вроде как бабочка по своей природе, должна вечно порхать в духовном мире, а получается, что душа – это личинка, которая замотана в коконе, кстати, тысяч оболочек разных заблуждений находятся на душе. Эти заблуждения, одна связана с другим, из одного заблуждения рождается другое, третье, четвертое, пятое. В результате душа, обладая по своей природе трансцендентной природой бессмертия, красоты, гармонии, в оболочке человеческого тела, а человеческое тело связано с множеством оболочек ума, разума, возраста. Там, знаете, да, одно поколение не понимает другое, там, отцы, деды, там, дети и внуки. То есть человек настолько обусловлен в своей жизни, что он не в состоянии понять, что такое хорошо, что такое плохо. И так происходит из жизни в жизнь, он рождается и умирает. Вот когда мы говорим, что такое сознание Кришны, конец страданий, потому что есть два типа страданий. Есть страдания осознанные и неосознанные. Кто-то может сказать, ну быть, в принципе, свиньей не так плохо. Что ты сейчас меня осознаешь, что ты свинья. Так, типа, да? Лежишь там в дерьме, например. Как многие люди, да, мы идем по улице, пьяный человек.
Да ему хорошо. Да ему хорошо, написался, ему хорошо. От счастья описывался. Вот. А другой человек посмотрит и скажет: Господи, боже мой, неужели этот человек мог опуститься до такой степени, что он считается, что то, как он живет сейчас, это хорошо и совершенно. Боже, ты кто такой? Сашка, бородач. Сестерите. Типа, ребята, у меня все нормально, я свой. То есть любой человек, он скажет: я окей, I'm okay. У меня все круто, чего. Вот. Он скажет: нет, не может быть это негармоничное положение человека. Поэтому в каком состоянии человек вообще может определить, что гармоничное, что негармоничное? Я сказал Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Кто является критерием понимания истины? Кто является критерием того, что именно так нужно одеваться, именно так нужно себя вести? Да? В таком обществе там вот говорят: тут свежие сильные шашлычки. Вот так, вы что, Аллах Акбар, с ним есть нельзя. А каждое общество оно требует какого-то своего понимания. Поэтому где-то говорят, что все это является разными слоями заблуждений. Есть более глубокие заблуждения, есть менее глубокие заблуждения. Поэтому веды не ставят их в категорию, постижения истины. Веды говорят так, что для того, чтобы обрести истину, нет необходимо пройти через разные градации заблуждения. Иными словами, веды говорят так, для того, чтобы понять суть вещей, на самом деле, не нужно наступать на грабли тысячи миллионов раз. Потому что человек кажется, что у него есть опыт. Я здесь наступил на грабли, бам, вот. Я там наступил на грабли, вот. Я тысячу раз наступал на эти грабли, и вот сейчас, вот. Веды говорят: нет, нужно просто найти дорогу без граблей. Никакое количество страданий, никакое количество заблуждений не может освободить душу от иллюзий. Глупо полагать, что, например, там, чтобы освободиться от иллюзий, нужно рождаться множество раз. И глупо предполагать, что для того, чтобы умереть Бога, обязательно нужно умереть. Такая совершенно идея, да, что я сейчас живу, но когда я умру, я обязательно вижу Бога. Самый легкий способ увидеть Бога — обязательно надо умереть. Он обязательно будет заниматься какими-то твоими личными делами, там, пытать тебя, там, высказывать тебе какие-то вещи. Нет, Петрович, там, я с тобой не согласен. Вот, полный бред. Вот, поэтому сознание Кришны говорит так, что когда человек обретает связь с своей вечной трансцендентной природой, когда он осознает, что он есть вечная душа бессмертная, когда он осознает, что частица этого бессмертного мира, что его подлинное предназначение – это служение Господу, основанное не на страхе. Это в этом мире все на страхе основано. Любовь не может быть основана на страхе. Смешно представить, что вот такой великий Силуан Афонский, православный подвижник, и в христианстве все учат страху Божьему, а Силуан Афонский сказал: как вообще можно любить того, кого боишься, а бояться того, кого любишь? Ну, его фрактерил в какой-то момент. Типа, и он вдруг понял ужасную вещь, что в монастыре его никто не понимает. Вдруг Силуан, он был старцем, он понял: неужели можно бояться Бога? Он же прекрасен совершенно. И вот тут же решил выгнать из монастыря. Потом, правда, когда он помер, канализировали сразу на всякий случай. Ну, вот. Потому что помер. Ну вот. Понял какие-то вещи в своей жизни. Иными словами, Господь являет себя через сердце искренней душе. Мы видим, да, что из многих людей, которые стремились жить религиозной жизнью, святой подвижник, он понял многие ведические истины, которые описаны в Ведах, которые описаны в Священном Писании. Таким образом, мы говорим, что сознание Кришны – это не просто путь изучения там, индуизма или санскрита, или там, индийских священных писаний, а это путь откровения, это путь постижения. То есть в какой-то момент, обязательно в каких-то условиях, нам обязательно откроется истина. И мы поймем ее не снаружи, не интеллектуально, а мы ощутим ее, осознаем ее изнутри, из глубины нашего сердца. И вот когда мы говорим, что когда заканчиваются страдания живого существа, на самом деле, если уже сказать честно, в духовной жизни настоящие страдания только начинаются.
Но тем не менее, веды говорят, это все самое благоприятное, потому что когда человек страдает в мире материи из-за иллюзии, он в очень ужасном положении. Он как тот алкоголик, который ползает, мечит и считает, что ему хорошо. Но когда человек начинает трезветь, вдруг понимает, что что-то я в ужасе лежу. Ой, у меня же есть дом, друзья, близкие, родные, а я тут это самое, к помойкам пьяный лазу. Да, то есть, когда человек начинает трезветь, он, конечно, начинает страдать в какой-то момент. В какой-то момент ему становится очень тяжело то, чем он занимался, как он занимался. Очень неудобно, например, ты там описывался, а люди идут мимо тебя, привет. Петрович, опять у тебя проблема? Ну так, всякое бывает в жизни, да? То есть, конечно, поэтому человек проходит через множество различных оболочек. Но с другой стороны, нужно сказать, когда человек трезвеет, что значит такое трезветь? Люди пребывают в иллюзии этого мира. Они, например, считают, что как только они выйдут на пенсию, они обязательно заживут. То есть у них, например, есть цель, что именно жить и наслаждаться нужно в конце жизни, на пенсии. К тому времени, когда уже на пенсию выходят, они понимают, что уже что наслаждаться времени нет и возможности нет такой. Вот поэтому человек, он имеет очень ограниченное представление о своих целях, но описание, они говорят ему очень такие конкретные, понятные вещи, что в процессе духовной жизни он освободится от иллюзии, от заблуждений, от мисконцепций, от ложных представлений о том, что такое счастье. Ну, например, вор испытывает глубокое счастье, когда кого-то воруют. Ну, что-то украл. Вот, приходит судья, удачный день, потрясающий, украл 5 сумочек, 6 кошельков, столько много денег. И вор искренне испытывает счастье от этого. Убийца искренне испытывает счастье, вот сегодня у меня такой был на мясокомбинате, замечательный день, привезли молодых баранов, я так на них оторвался, вообще, такой, столько крови было, как в кино, когда в кино не ходил. Вот, но когда человек начинает трезветь, начинает переосознавать мир, начинает понимать, нет, это не для меня. И поэтому эта первая стадия, с одной стороны, может казаться болезненной человеку, а с другой стороны, переоценка ценностей, это очень важно. Мы должны переоценить ценности. Что является подлинными ценностями, что является временными ценностями. И вот далее, когда человек установил себе систему подлинных ценностей, он начинает в них двигаться и понимает, что в принципе он очень далек. Это не то, что идеальный мир – иллюзия. Иллюзия – это совершенно другая. Идеальный мир – это абсолютная реальность. Шихар Махараш сказал, что существует мир, где живут бодхисаттвы, Иисусы Христы, там, святые, целый мир. Мы говорим, в этом здесь я не могу найти идеальных людей. Мы пытались построить социалистическое общество идеальных людей, но где мы пытались его построить? В идеальном мире. По каким принципам? По социалистическим принципам. Но мы знаем, что существует мир абсолютных идеальных духовных личностей, но там, на том духовном плане. Стоит только подняться на тот духовный план, то увидишь, что там бесконечное количество освобожденных душ, которые в любой момент готовы прийти в мир материи, чтобы служить, принести себя в жертву, отдать себя полностью. Но здесь, на этом плане бытия, это сложно. Но тем не менее, это не значит, что не существует другого плана бытия. Поэтому, когда человек понимает, так вот к чему надо стремиться, оказывается-то. Это здесь как бы выживает сильнейший. Это дарвинская теория выживания сильнейшего. Да? То есть, надо всех располкать там, локтями, лоханкой, там, завоевать. Там, если ты не убьешь, тебя убьют. Это все, в принципе, этого плана бытия. Преданные с этим миром очень имеют очень среднее, очень уверенное отношение. Преданные они понимают, что, в принципе, чем меньше я буду иметь с этим миром эксплуатации отношения, тем лучше будет для меня. Но преданные, они говорят, но я буду пытаться иметь отношение с миром служения. Вот когда человек переосознает себя как слугу, с этого начинается его подлинная жизнь, потому что в семье ребенок, он первое время осознает себя как господин. Любой ребенок считает, что бабушки, дедушки все должны вокруг него танцевать, петь, вытирать ему попу,
веселить его, да, то есть что для него жизнь это сплошной вообще аттракцион, что он должен там кататься на мопеде, тыкать пальцем, что это хочу, то хочу, третье хочу. Но это лишь только до того степени, когда он является ребенком, так же в духовной жизни. Человек в духовной жизни сначала думает, ох, хорошо, я могу получить это, я могу получить от Кришны и бессмертие, то, и третье, и пятое. Но когда человек в семье растет, им говорят, нет, подожди, ты должен начать приносить ведро, мусор. Хотя бы мусор. Ты еще пока не можешь ничего приносить в семью, но ты уже можешь научиться выносить мусор из семьи. Да? И ребенок начинает, ага, это тяжело, мусор пахнет, неприятно. Нет, ты должен это делать. А дальше ты там сам вырастаешь, становится отцом или матерью, понимаешь, что ага, оказывается, что жизнь не создана ради моих наслаждений, что любовь это не себя наслаждать, а любовь это служить, отдавать себя, жертвовать собой. Это очень тяжело. Почему в России большинство семей разрушаются? Люди не готовы к этому. Что молодежь, она не готова к этому. Она думает, что семейная жизнь это дискотека там, и там ламур после дискотеки в кустах. А потом какие-то дети появляются. Воспитывать, исходить, боиться и так далее. Никто не готов. Почему? Потому что человек думает, что мир создан для его наслаждения. Но если бы мир был создан для его наслаждения, был бы большим Диснейлендом огромным. Когда человек думает, не, на самом деле мир это отстой, мир это фиговое место, мир вообще это место страданий. Если бы мир был создан для страданий, он был бы прекрасным концлагерем. Поэтому писания говорят, мир не создан ни для твоего наслаждения, и для твоего страдания. Мир создан для твоего духовного развития. Ты можешь пройти разные стадии жизни, но суть прохождения этих разных стадий жизни говорит о том, что ты должен в итоге возвыситься. До какой степени ты сможешь возвыситься за одну жизнь, никто не знает. Кто-то заканчивает школу с золотой медалью, кто-то с серебряной, кто-то заканчивает ее на тройке, кто-то на двойке, кому-то справку выдает. Но ты должен возвыситься. Не можешь стать золотым медалистом или серебряным, даже закончив образование со справкой, уже говоришь, что ты в этой степени возвысился. Также сознание Кришны. Мы не можем сказать, что сейчас мы станем идеальными, трансцендентными личностями, или мы абсолютно все понимаем о духовной жизни. Но мы понимаем такую вещь, что то, что происходит с нами сейчас, это самое главное и самое ценное. Почему? Мы идем не путем своих собственных эгоистичных желаний и самонаслаждений. А мы идем путем возвышения. На самом деле, куда мы какие-то вещами жертвуем, своим временем, своим вниманием, изучаем Священное Писание, поклоняемся Божеству. Другие скажут, ну а чем вы занимаетесь? Сейчас с утра проснулся, раз там сигаретку, раз кофеек, раз телевизор. Работал на работе. Искренне ждал пятницы, там вечерком бам, там зарулил куда-то там. Угу, а чем вы занимаетесь? Что вы такое большое? Что мясо не едите? Ну, что это ужасно вообще. Вот. Но преданные говорят, нет, то, что мы делаем сейчас, это настолько важно, настолько ценно, что та диета, которую мы следуем в результате, на самом деле, да, она освобождает нас от всех похмельных синдромов материализма. И вот. В связи с этим можно сказать так. Мы очень мало знаем о сознании Кришны, потому что сознание Кришны безгранично. Но то, что великие святые учителя говорят, они говорят очень простые вещи. Потому что у человека есть на самом деле две функции. Первая, он должен пытаться отвергать неблагоприятное для своей духовной жизни, второе, он должен принимать благоприятное. И великий демон Равана в Рамайне перед смертью, когда он лежал побежденный на поле битвы, он Лакшману, Рама сказал Лакшману, он сказал, пойди спроси у него совета. Он очень мудрый человек, но в силу обстоятельств подбудили его. Но тем не менее, даже умирая, кое-что может сказать мудрое, поэтому спроси у него. Вероятно, он сделал урок, да, из того, что сейчас происходит, вывод. Потому что ошибки делают все люди.
Но задача человека не совершать ошибки, а задача человека делать выводы из ошибок. Ну, из разных типов. Одни учатся на своих ошибках, другие в чужих. Но, тем не менее, произошла драматическая битва. Он потерял все царство. В принципе, из-за чужой жены. Больше вообще. Даже не из-за своей. И, в принципе, им не очень-то, как говорится, и хотелось, потому что у него было много жен. Ну, еще одна хотелось для коллекции. Ну, такая самая красивая, самая лучшая. Ну, вот. То есть он не был удовлетворен. А сейчас он лежит поверженный. И он бросил вызов верховной личности Бога, потому что только Господь Вишну мог покарать его, не зайдя с ним, он был слишком сильным мира сего. Спросил его. Тогда Равана сказал потрясающую вещь. Он сказал, все плохое старайся откладывать как можно на дольше, а все хорошее старайся делать сразу же. Как каждый из нас, он встает, у него в голове есть хорошие и плохие мысли. Вот, типа. Но надо стараться плохое откладывать или сегодня, чуть попозже. Вот, может, как-то. А хорошее делать сразу же. Поэтому преданные, они рассматривают, ну, у них есть четкие представления о том, что такое хорошее. Да? Они встают с мыслями о Господе, они начинают судить, поклоняясь Господу, воспевая славу Господа, слушая Господа. Они посвящают себя Господу, потом они готовят пищу не для себя, а для Господа. Ну, не чуть-чуть для себя. Вот. И так проходит их время, и они, в принципе, счастливы. Но для материалистов это может показаться чем-то очень таким, но... Хотя материалисты мечтают с утра с песней по жизни. Кто-то с песней по жизни шагает. Я не понимаю, что когда в Харе Кришне все начинается с песни. Заканчивается песней, танцем. Да? Все говорят, а чем вообще занимаетесь в духовной жизни? Ну, мы с утра немножко танцуем, поем, потом немножко приседаем, потом читаем немножко умные книжки, потом в целом едим, потом опять танцуем, поем, опять едим, опять танцуем, поем, опять едим. Вечером чуть-чуть танцуем, чуть-чуть поем, чуть-чуть думаем, потом едим опять. Вот скажешь, вы что там, на турнике не подтягиваетесь, или вы что там? Ногу за голову не закладываете, я слышал, что это йога. Нет, бхакти-йога – это йога твоего сердца. Это когда твоя жизнь ради удовлетворения Гуру Вайшнава. Вот такая как бы ситуация, поэтому я сказал буквально несколько слов о том, что такое сознание Кришны, хотя сознание Кришны имеет множество глубочайших уровней, но поскольку у нас наши друзья, новые гости, я лишний раз постарался напомнить сам себе о том, что такое духовная жизнь, потому что часто мы уходим в какую-то очень возвышенную философию, заоблачную. А практически что это такое? Да? Практически это очень просто. Это принять все благоприятное, отвергнуть все неблагоприятное и стараться шаг за шагом проникать в глубину своей собственной души. А приняв себя как вечную душу, мы должны обязательно понять, что у души есть источник. И, по сути дела, бхакти-йога – это единственная вещь. У нас есть связь с этим миром, у нас есть связь с природой, с погодой, у нас магнитные бури в голове. Там. Мигрени начинаются, мы чувствуем там своих родственников, детей, но мы не чувствуем самое главное, связь с Богом. Она у нас отсутствует напрочь. У нас перерублен самый главный канал вообще, связь с источником. И эта связь, которая у нас отсутствует, это не связь, типа, ты не заплатил за свечки, все что такое. Я со временем придумал такую очень крутую фишку, как... Я бы как делал, да? Сейчас продаю газ, электричество, я бы сделал очень просто, я продал бы воздух, сделал бы воздух промкомпании, все бы дал шейники, и там такая система, шейник медленно затягивается. И там говорят, тин-тин-тин-тин, оплатите воздух. И ты же, все тяжелее дышать. Тебе есть мастерка, оплатите воздух. На вашем счету осталось еще 40 вдохов. Оплатите воздух. Хотите, чтобы друг за вас оплатил? Да, тут, кстати, это попытка управлять этим миром. Но Кришна очень милостивый. Ну, в принципе, вот мы понимаем, да, что такое Таиланд. Они благословенные Господом. Почему?
Потому что здесь все растет, палку ставит, здесь все растет, солнце, воздух, вода. Мы понимаем, что Господь, Он благословляет, в принципе. Здесь люди благословлены. Они такие злые. А мы скажем, да они такие злые, что они в метро не ездят. Если пытаются в метро, плавим друг на друга, не салатят. Они ездят в метро, у них нет метро здесь. Почему? Потому что у них такая карма. То есть Господь в силу тех или иных обстоятельств, Он дает тем или иным живым существам определенные благословения. И мы попали сюда не просто так. Среди многих тысяч соотечественников, которые сейчас где-то сидят там, у Линкой, Помара, Убера, мы находимся здесь. Наши родители, более взрослые люди, скажут, ребята, да вы здесь вообще у Христа за пазухой, да? Мы даже не мечтали в свое время, да? Мы всю жизнь там на северах где-то пахали, чтобы где-то себе там в конце жизни там купить у Черного моря домик, вот, и получили вот такого большого шиша. На эпохе перестройки наши сберегательные книжки превратились. В сбережение нашей жизни можно было купить шоколадку, в принципе. Сникерс. Всю жизнь реклама. Всю жизнь пахал, купи шоколадку. Ужасная стратегия. Ну, такая вот. Мы поверили там в справедливость, там, в социальность, в государство. На самом деле мы получили, ну и что. Мы со своей стороны говорим так. Мы очень счастливы, потому что у нас есть возможность жить в духовной жизни. И мы, по сути дела, понимаем, что мы очень капризные живые существа. Мы говорим, мне не хватает этого, мне не хватает того, мне этого не хватает, мне еще этого не хватает, еще мне того не хватает. Но это ум. Ум. Поэтому если мы, в принципе, будем слышать послание Шрила Прабхупады, Шрила Прабхупада сказал очень просто, простая жизнь, возвышенное мышление. Единственное, что нам не хватает, это возвышенно мыслить и научиться жить простой жизнью. И вот я очень счастлив, что наши преданные здесь, они пытаются именно этот принцип практиковать. Потому что каждый человек, он понимает, что ему достаточно небольшого. Один раз, один-два раза в день поесть достаточно. Я страдал только от переедания, больше ничего не страдал. Поэтому человек, он страдает от излишнего труда, от излишней еды, от излишних идей, от излишних амбиций. Если человек может научиться жить, не придавая этому миру какие-то чрезвычайные амбиции, интересы, если человек может научиться радоваться там, поклонению Господу, да, там, откровению. Кстати, каждый день ты радуешься откровению. А тут радуется там ботинком новым. Все, уже ботинки не нужны где-то за ним. А тут ты радуешься откровению. Каждый день ты что-то понял вообще о Господе, о безграничном, что ты понял. И твое сердце переполняется радостью. Вот. Ты служишь преданным, ты вкушаешь просад. Ты понимаешь, что ты каждый день шаг за шагом подвигаешься к бессмертию. Люди-то они к смерти не идут. То есть каждый день тебе становится на один день меньше жить. Как вот я помню, в армии, да, мы вешали там веревочку, я отрезали. Так, повесь себе веревочку для мишени жизни. И начни резать ее каждый день. Чего ты будешь радоваться? День рождения. Жить осталось на год меньше. На самом деле депрессивная новость. Депрессивный праздник, день рождения. Что вы там празднуете? Да? Я пригласил, там, нарезал салат оливье, ведро целое, да? Чтобы все поели и попрославляли меня. Потому что у меня какая-то психологическая проблема, не хватает прославления. Безумие. Поэтому, когда Шрила Прабхупада начал движение сознания Кришны в Америке, Кришнананда и другие преданные подстыглись на лоса, одели дхоти, в какой-то момент их забрали в душу. Но Прабхупад, он не стал особо расстраиваться после этого. Он послал преданных, преданные пошли в университет, взяли справку, что это индийская духовность, что это нормально, отнесли в дурку. В это время в дурке лежали преданные. Говорят, что Кришнананда лежал на кровати, пел «Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна, Кришна, Харе, Харе. И ложка стучала по батарее. И всем психам очень понравилось, и все психи с вошедшим домом взяли ложки и стучали по батарее. По батарее, там, весь дом, врачи выглядели, быстрее забирайте своих кришнаитов, вы нам всех психов испугаете. Как бы отправили кришнаитов, и Прабхупада написал статью, которую написал «Who's crazy?» – «Кто сумасшедший?» «Кто сумасшедший?» – «Вы сумасшедшие или вы сумасшедшие?» Поэтому в своем материальном безумии, в своем невежестве человек принимает истинные ценности за временные, и наоборот, временные ценности он принимает за истинные ценности. К сожалению, в нашей российской культуре мы живем именно в таком обществе, где все полностью перевернуто, абсолютно четко с ног на голову, и все это знают. Например, на нашем телевидении, я даже не буду это обсуждать, все и так понятно. Поэтому мы задаем вопрос, кто сумасшедший, кто безумец? Who is crazy? I am crazy, you are also crazy. Вот. Поэтому... В особенности меня... Что надо сказать? Меня в особенности меня шокировало в Китае. Китай выглядит так, это один Китай, это Шэньчжэнь, Шанхай, дорогие магазины, дорогие машины, а другой Китай это пригороды, называются фабрики, заводы. Понимаете, да? Люди живут на фабрике, они становятся частью фабрики. И был великий русский философ Лосев, который получил времена Бердяева, я чувствую, цитирую, я смотрел этот фильм. Он сказал, мы все мечтали о марксизме, когда были молодыми максималистами. Но когда в конечном итоге появился Советский Союз, мы читали Карла Маркса, там все производство, производство. Я задал такой вопрос, а где там человек вообще? Что такое человек? Человек это винтик в каком-то производстве или человек это личность? И вот когда мы говорим о современная цивилизация, она не ставит в центр человека. Она ставит в центр процесс. А человек в процессе видик. А видик выпал, ничего страшного, другой видик вкрутит на это место. Но веды, они отличаются от... веды отличаются по своему мировосприятию от западной цивилизации тем, что в центре вед стоит не просто человек, а человек, у которого есть отношения с Богом, в первую очередь. Поэтому веды, они ставили, они говорили о других богатствах. Чистота, аскетизм, благотворительность, чистое сердце. И цивилизация ведическая, когда англичан, Ганди выгонял англичан из Индии, сказал, ребята, да мы пахали на валах, а будем пахать. Да мы шили сами себе одежду, чего нам привезли? Вы хвастаетесь, что вы паровозы привезли. Да мы так знаем. Мы без паровозов жили тысячелетиями. Поэтому, когда мы говорим, например, последние 100 лет, это рак, вирусы. Вы понимаете, да, что люди 100 лет тому назад, они так не болели. Они жили в деревнях, они питались экологически чистыми продуктами. То есть еще 100 лет тому назад не было такого изобилия еды, например. Человеку не нужен супермаркет. Кто сказал, что человеку нужно пока представить 20 типов еды? Значит, кто об этом рассказал? Насколько я понимаю, китайцы всегда, китайская идея была всегда, если у тебя чашка риса. Вот. То есть в Индии, в Азии еда мерилась рисом, ну, там тысячи всяких разносолов, там такое-сякое, там это нужно было. Вот, поэтому, когда мы говорим о том, что чем является современная цивилизация для нас, и в чем ее перспективы и возможности, то современная цивилизация является для нас возможностью практики духовной жизни. Никогда еще возможности практики духовной жизни не были так близки к человеку.
Афанасий Никитин чесал пешком за три моря. 10 лет. Мы прилетели за три моря на самолете. Очень недорого. Вот. И мы увидели, что да, это здесь очень хорошо. Но для чего? Хорошо для чего? Для того, чтобы практиковать духовную жизнь. И это для того, чтобы сделать так, чтобы наши соотечественники, которые находятся там, у них тоже была возможность практиковать духовную жизнь, хотя бы через интернет. Поэтому мы здесь занимаемся интернет-проектами, проектами кино, искусства и так далее, чтобы дать возможность людям соприкоснуться с этими идеями, потому что мы не верим, что мы единственные удачливые души в этом мире, что вот только там 20 там, или 30 человек из России вот так повезло. Да, мы можем сказать, что нам очень повезло. Среди многих сотен тысяч людей нам повезло больше всех. Но мы не считаем, что мы можем поделиться этим везением с другими людьми. Ну, вот, собственно, моя пламенная речь на сегодняшний день закончилась. Она, конечно, была в большей степени такая практически для начинающих преданных, но тем не менее она была важная, ценная. Потому что на этом кресле я с вами хорошо часто рассказываю очень-очень возвышенные идеи. И это прекрасно, но надо всегда еще помнить о том, что путь к возвышенным идеям идет через очень простые истины, которые ощутимы на нашем уровне сейчас. Вопросы есть какие-то? Questions? I am satisfied too. Hare Katara is very satisfying. Heart is always unsatisfied. When we talk about Krishna, it is coming, satisfaction coming in a very short way. It's for the being, for the time being. Only for the time being. Therefore, must talk about Krishna all the time. Oh, the true secret of spiritual life is constantly keep remembrance of the Lord. The first rule is Krishna always to be remembered, second is never to be forgotten. Never forget the name of Krishna. This is the practice of. You're also an actress. You're a singer, actress. Ну что, вопросы есть какие-то, матросы? Все, спускаемся в пещеру. Ну, вообще не хотелось бы его, конечно, давать, но... Ну, просто если говорить о Гуру и о том, как он проявляется, вот мы сейчас говорим о знании Кришны, все, но также приводился пример, что собака тебя там потронется, ты можешь какое-то просветление получить. Кто приводил пример? Ну, не знаю, я его... I've heard around. Может быть, собака тебе сказала? You can touch me and you can get enlightened too. Ну, в общем, вопрос в том, что можно ли в других традициях подчеркивать какие-то сведения? Ну, конечно, ты можешь почувствовать, что... Можно, смотри. Выше. В Шримад Бхагаватам написано Аватхута, у которого было 22 гуру. Стрела, девочка, собака, небо, цветок, пчела и так далее. От неба он понял безграничность истины. От цветка у пчелы он научился тому, что нужно перелетать каждый раз на новый цветок и не привязываться к нектару. От стрелы он научился тому, что мир двигается, а стрела стоит на месте. Собственно, с точки зрения стрела никуда не летит. От девочки, когда она ломала свои браслеты, у нее остался только один браслет, он понял, что одиночество – бескомпромиссный принцип для трансценденталиста. Он очень много вещей получил, понимал в этом мире, и
не только он, разные Махабхагаваты, разные личности описаны в священных писаниях. Но они описаны в конце, не в начале. То есть, если ты считаешь, что, например, человек, который получает музыкальное образование, может сразу же играть на всех инструментах совершенным образом, то это не так. Сначала он должен выучить ноты, музыку, постигнуть что-то, потом к нему придет спонтанное понимание принципов музыки, потом, в принципе, он может как бы, слышать джаз, или там, рок, или фолк, он это может пережить. Поэтому есть разные принципы, разные стадии духовной жизни. Они называются шаван-даша. Ты должна научиться слушать из правильного источника. Ты не можешь пить воду из всех источников. Не во всех источниках одинаковая вода. Ты должна пить воду из источника. И поэтому ты принимаешь гуру и линию своего гуру. Но когда ты станешь совершенной личностью, это не значит, что гуру для тебя перестанет значение, но обладая пониманием истины, ты сможешь понимать все остальное. Изучи Бхагавад-гиту, тогда ты сможешь понять Коран и Библию. Если ты будешь изучать Коран и Библию, это не значит, что ты поймешь Бхагавад-гиту. Всегда высшее дает понимание низшего. Поэтому, когда ты говоришь о других источниках, то если ты поймешь, что ты получил, в принципе, высший источник, высочайший источник, любые другие источники могут лишь только частично дать тебе какое-то понимание. Но проблема даже не у тебя. Проблема была Ведвьяса, который записал все Веды в начале Кали-юги. Нарада его отругал. Он сказал, ты совершил величайший грех, ты дал людям все духовное знание. Он говорит, что в чем дело, дал людям все духовное знание. Он сказал, так люди же не разберутся, что главное, что стоит степенным. Ты вывалил нам бесконечный поток информации, это хорошо, но ты не дал им самого главного. Сейчас как интернет. Интернет – огромная помойка файлов. А что там главное, что не главное, надо научиться еще искать в интернете. Да, поэтому ты сейчас можешь, а можно ли искать абсолютную истину с помощью Гугла? Можно. Гуглить можно. Но при этом способность восприятия абсолютной истины все равно будет оставаться за тобой. Распознание истины, об этом говорит Бхактивинода Тхакур, ты должна научиться распознавать истину. Научишься распознать истину, получишь музыкальный слух, будешь понимать музыку. Будешь понимать, где музыка возвышенная, где музыка средняя, где музыка посредственная. Но при этом, как бы, если ты считаешь, что ты найдешь истину за пределами истины, то речь не идет о том, что ты должна расширить свои чувства. Речь не идет о расширении твоих чувств или источников. Речь идет о твоей способности осознавать. Поэтому Кришна говорит, Бхагавад-гита, дхити, пранипатина, парипрашняна, севая, упаришанте, гьянам, гьянинаста, тадашнам. Через служение, самоотдачу, уважение ты получишь знания. А не из-за того, что ты там сейчас накачаешь кучу книжек оттуда, отсюда. Там, я выучу буддизм, заодно еще персонализм, заодно еще христианство выучу, ты тебе выучу, да. То есть, если ты станешь, если ты будешь увидеть наших учителей, они знали все, и фарси, и веды, и писания, но они владели всем этим не потому, что они выучили все из разных источников. Они просто обладали таким высоким трансцендентным IQ, что для них остальные источники были. Ну, я могу тебе приводить примеры на христианских персонажах, например, которые тебе знакомы, или на исламских, но вовсе не значит, что источник истины, он меняется. Ну, исходить до определенного уровня. Вот поэтому важный момент, это как Шрила Гурудев говорил, честь и честность. Честь и честность. Даже духовный учитель, потому что через определенную преданность придет к тебе. Гуру – это преданное, у тебя должна быть преданность своему гуру. И ты должна верить, что мой гуру для меня даст все. А если мой гуру мне что-то не даст, он скажет к тебе, у кого он, ты можешь это принять.
Да, как Гуру может сказать, я иди к тому-то, ты научишься тому. Приди туда-то, ты научишься туда-то. Но вы должны верить, что то, что тебе Гуру дает, это высшее. Если ты начнешь копаться в других источниках, это говорит о том, что ты не готов еще к настоящей преданности. У тебя еще нет веры в Гуру. Поэтому как ты можешь развить веру в Гуру? Ты должна общаться с теми, у кого есть вера. И ты получишь веру от них. И так легко получить веру в Гуру. Я сегодня рассказывал о исландской преданности, если он будет читать Бхагаватам. В Бхагаватам написано, как Турбаса Муни, великий мудрец, оскорбил Махараджа Бариша. Турбаса Муни был великим йогом Гуру, но он не обладал видением Варишнава. И он увидел Махараджа Бариша, который был просто царем, очень смиренным царем. Но на самом деле он был очень возвышенным Варишнавом. Ну, играл роль еще по ходу царя, ну, как бы менеджментом занимался, его царство было процветание. И Турбаса Муни подумал, я йог, я отшельник, я пришел к царю. Вот. Потом пошел омываться, ну, как всегда, все преданные, пошел помыться, там, за рис, там, пока мылся. А пришло время Экадыши прерывать. Махараджа Бариша спросил брахманов, сказал, у меня важный гость. Но... Пришло время прерывать Экадыши, а он еще там плещется где-то ногами. Говорит, что делать? Ну, брахман говорит, ну, в принципе, чтобы, как говорится, и вашим, и нашим, выпей просто стакан воды. Ну, Махараджа Бариша прервал пост. Выпил стакан воды, в это время пришел Турбаса Муни своей йогической, мистической силой и понял, что он выпил стакан воды. Вот это он смог понять с помощью своей йогической силы. А то, что перед ним стоит великий святой, его йогическая сила не закрутила. И он сразу стал наезжать. О, эти жалкие грехасхи, эти несчастные царьки, мы великие святые, по своей трансцендентной милости не сходим в их жалкие материстичные дворцы. Интересно, что ты пришел в дворец пожрать? Чтобы явить им свой даршан. Ну, какая логика у него была. Типа, я крутой, я трансцендентный, все, у меня все хорошо. Да, вот. А что произошло в результате? Чакра появилась, Вишна чуть не сожгла его. Он бегал и по всей вселенной, и ему укрылся. В результате пришел к Вишну. Спаси меня, спаси меня. Ему Вишна объясняет, ты вообще не врубаешься, Дурваса. Ты оскорбил великого преданного, чистого святого. Он просто играет роль царя. Ты понимаешь, мои преданные, они всем рулят, они иногда играют роль царей, но в принципе ему ничего не нужно в этом мире, он бессеребренник. Он просто, ну, поскольку он преданный, свое чистое смирение, он принимал тебя, как ты хотел, как йога, как великого. Он тебе не стал показывать, что он в миллион раз выше, чем ты. И поэтому я, будучи даже Верховным Господом, не могу тебе ничем помочь, иди к нему проси прощения. Но ты не понимаешь, если ты придешь к настоящему святому, он очень милостивый. И когда Турбаса прибежал, ты просил прощения, а Махараджа Бариша сказал, да, конечно, какие оскорбления вообще же. Ты же святой человек. Я, ну, ошибся, все нормально. Это все была лила. То есть, ну, принцип какой? Сам Господь лично объяснил Турбасе, что ты не сможешь увидеть преданного. Поэтому увидеть преданность с помощью ума или материальных чувств, или материальных глаз невозможно. Необходимо быть преданным самому. Бхактиан саджатая бхактиан. Бхакти исходит из бхакти. Ну, например, одеть бхакти лалиту как простую женщину, она очень скромно вести здесь. Чтобы она не была в оранжевой одежде, что-то подумал, он приехал какой-то американка. Ну, что-то там ходит. Ну, по большому счету, да, то есть чем она? Ну, никто не говорит, что, например, она писала письма Гурудеву, знает все всегда. Ну, вот. Но моя задача сказать тебе, я ей поклоняюсь, потому что я знаю, что такое жизнь гуру. Я это прожил не так много, она прожила 12 лет каждый день. И она терпела Гуру не только там благословение и улыбки. Ей приходилось, ну, делать, служить, отдавать свою энергию. Не всегда быть в комфортном положении. Понимаете, слуга — это всегда дискомфорт. В дискомфорте развиваться духовно. Нужно понять, что если гуру тебе не бьет по ушам, это вовсе не значит, что он добрый. Он просто понимает, что тебе еще рано. Например, не видели никогда, как Госвами Махарадж меня ругает. Если бы вы увидели, как он меня ругает, он был бы в шоке.
Я сам был в шоке, он сам был в шоке. Но я понимаю такую вещь, я понимаю, что трансцендентная личность, одна трансцендентная личность может ругать другую трансцендентную личность для моего блага. Знаешь, если ты будешь так думать, я понимаю этого преданного как авторитета, если он меня ругает, он реально хочет мне добра. Вот я подумал, слава Богу, что у Вишак есть я. Я бы никто не побрел. Никто бы не остановил из вас. Я сразу пришел, видел, что Вишака съехала. Так, все вперед выйдет. Она сама знает, что она съехала, но невозможно остановиться в этом мире. Поэтому милостив тот, кто даст тебе по ушам. На самом деле преданно, если он тобой занимается, скажет тебе, слушай, ты уже деградировал полностью, ты должен такого преданного молиться. А если ты думаешь, что они только преданные должны улыбаться, они должны меня хвалить бесконечно, и бесконечно делать мне комплименты, тогда, ну, тогда это не совсем правильно. Поэтому мы добровольно себя, вручаем в руки учителя, добровольно хотим, чтобы нас кто-то поставил на место. И, например, наезжая на Вишаку, я не испытываю счастья от этого. Не думаю, что я там неприятно издеваться на Вишаку, там, гладить ее по голове повыше. Я могу и свою голову повысить. Просто я понимаю, что я ее друг. Я в какой-то степени за нее отвечаю. Вот и все. Поэтому если люди выйдет заправляться. И она приедет, то она просто будет энтузиазмом. Потому что человек любому примыливается. Ты примылился, ты пожил здесь год-другой, все, ты все, расслабился, уже все. Поэтому я, например, четко по себе понимаю. Как закалялась сталь в прорубь и обратно, в прорубь и обратно. Все надо себя. Не надо себя любить особенно, побольше жести. Все самые проблемы от любви к себе, вот, все мои страдания, болезни от любви к себе. На самом деле. Ну, я вот осознаю свою жизнь. Так что у каждого человека. Меньше любви к себе, больше любви к Кришне. Все будет нормально. Харе Кришна. Хари Харе Нама Кришна, я Адурая Нама Харе. Oh,